Всем привет! Вы на канале «Мои рецепты» и с вами Людмила. Сегодня для вас три самых необычных и вкусных салата для праздничного стола, которые покорят своим вкусом даже самых неискушенных гурманов. Шикарный, нежный, воздушный салат с печенью трески обязательно стоит приготовить для праздничного застолья. Для праздничного меню предлагаю традиционный салат оливье с новым вкусом. Он более легкий и необычный, чем оливье с бужениной или колбасой. Яркий салат с пикантной остротой и экзотическим вкусом добавит разнообразие в ваше праздничное меню. Готовьте по моим рецептам, пусть ваше праздничное меню будет ярким и вкусным, покорит всех гостей. Если вам понравились рецепты салатов, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!